на крюк тебе. Блок цепляешь на конец стропы, через блок протаскиваешь кевлар свой и цепляешь на крюк. И все, у тебя будет два раза мощнее. Просто два раза медленнее будет крутить, но два раза мощнее. Да, да, да. У тебя есть блок? Есть. У меня два раза короче. Не, он сейчас два раза короче, потом потому что его стряс. А, ты просто намотал его, да, так, чтобы поплотнее держал, да? Поближе подвидишь. А поближе стаскивай. Сейчас, нет, сейчас не будет. А, нет. Он здесь плотно сидит, будет. А, пришить, сейчас да. Юра-то не проедет, вам все равно нужно это все это освободить. Не, мы освободим. А Юра уже где-то на подъезде? Юра уже вот возле белого этого Вранглера. Да он уже должен был уехать оттуда, зачем-то они остановились. Да, по-моему, прибухивают они там сидят. А что вам позвонить? Он на рации. На рации? Прямой. Не, ну сказать, чтобы... Вы ему сказали, все, едьте сюда, нам Риныч, нужно помочь. Риныч, узнай, они поехали или нет? Нет. Давай, ладно, поехали тогда, подъедем за Егорем Эдика. Только разбирай эту конструкцию, сейчас будет. Через блок сейчас зацепим. Сейчас за Егоря тебя? Попробуйте потянуть. Если не пойдет, то тогда что, разбираем. Блок?